Привет! Вы на канале Принцесс Диана Шоу! Привет, друзья! Сегодня мы с Дианочкой пришли на речку ловить рыбку и посмотрим. На улице солнышко вышло, тепло. Мы решили, тепло? Да, тепло. Солнышко зашло, прохладно. Мы решили попробовать первый раз весной закинуть удочки, да? Попробуем? Да. Ну что, друзья, заварите чаек, берите вкусняшку. Поехали! Яночка, ну что, ты готова к рыбалке? Да, готова. Да. Да? Штатив будешь закидывать? Да. Да? Штатив сюда. Вот мы будем сейчас ловить рыбку с тобой. Штативом. Что там, Дианочка, нашла? Ракушечка, покажи. Фиолетовая. Ух ты, какая красивая. Покажи ближе. Смотри, фиолетовая. Вау. Сейчас я отпускаю. Ну что, рыбка, берегись, Диана идет. Рыбка, мы уже идем к тебе. Ловить. Ты будешь купаться? Смотри, да. Солнышко вышло, класс. Сразу тепло стало, вообще супер. Как водичка. Ты думаешь, я чувствую этих ботинок? А что ты ведро оставь здесь на бережку? Рыба, можно брать и ловить рыбку, да? Ой-ой! Так, осторожно, не намочила? Нет. Осторожно. Что там? Вау, ракушка какая красивая вообще. Какая-то полосатая, да? Камешек. Камешек. А смотри, какая речка. Красиво. А вон смотри, моторочка идет. Как видишь, вон моторочка пошла. Так, не намочи ножки, потому что пойдем домой. Это кто-то сделал мостик, видишь? И мусорку закатил туда. Давай, глубоко не заходи. Ракушки, рыбу не будем ловить эту? Нет. Нет? Морские водоросли. Что это, водоросли? Морские водоросли. Смотри, прорастут. Как растут? Или они и растут? Да, растут. А ну. Да, растут из песочка, да? Угу. Смотри, красота какая. А водичка холодная. О, какая вода холодная. Да мы купались в такой, какой она холодная. Да, купались мы летом, не зимой же. Ну такая вода все равно была. Давай пройдем ракушечки посмотрим. Ты уже нашла ракушечки? Ух ты, какая красивая. Прикольная. Золото. Золото, да? Намыватель золота. Добытчик золота. О! Добываем золото. Ух ты, покажи. Она не живая. А, она не живая, да. Ну тоже красивая. И эта не живая тоже. О, видишь? У тебя тут уже собралась коллекция. Посмотри, прям вот. Островок с водорослями, да? Красиво. Ой, мы уже далеко отошли. Ну ничего, давай пройдемся, посмотрим. Смотри, вот здесь, видишь? Вот здесь как вымыло такие. Канавки. Вон, сыпучие пески. Тебя засасывает уже. Слушай, а у меня ж нету таких, как у тебя. Острова! У меня сапог нету. А, я уже набираюсь. Ой-ой! Я уже набираюсь. Привет, как тебя зовут? Ты на речке тут отдыхаешь? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Собачка, привет. Не бойся, мы тебя не будем. Я вижу. Наверное, кто-то откусил. Привет. А у нас нету ничего. Ну хлебушка, будешь кусочек? Да, Дианочка, один кусочек хлеба у нас там есть. Покормим нашу собачку.
нашего дружка. Ты отдыхаешь, да? Хлебушек будешь кушать? Будешь? Морской волк. А смотри, на ушки у него этот. Бери хлебушек. Будешь? Кушай. Ты не хочешь? Я кушаю. А, ты не голодный. Понятно. А смотри, на ушке у него стоит такое клеймо. Значит, это чья-то собачка. А что у него ушко такое? А тут кто-то откусил, наверное, ушко больше всего. Да? Наверное, в какую-то драку попал. Ну что, ты не голодный, да? Ну отдыхай, мы тебя не будем больше беспокоить. Отдыхай. Пока. Яночка, что ты нашла ракушечку в камушке, да? Прям? Да. Смотрите, он прям в камушке. Он надо с собой забрать. Вросла в камушек, да? Да. Красиво. Вот это ты нашла, это твоя находка. Так, берем, где наш крючочек. Мы с Дианочкой накопали червячков. У нас есть, покажи, какие червячки. Сколько их, да? Красная. Сейчас рыба будет вся наша. Так, берем червячок и одеваем. Опа. Первый пошел. На улице большой ветер. Как будет со звуком, мы не знаем. Будем надеяться, что звук будет хороший. У нас стоит ветрозащита небольшая. Так, ну что. Наши червячки одеты. Закидывай. Будем думать, что что-то словим. Обязательно что-то поймаешь. Зацепилась или рыба? Нет. А уже бычок завел за каменное. Будем спасать. Попробуем. Бычок за камень. Это, наверное, бычок завел за камень. Сейчас я попробую, наверное, достать. Наверное, старый бычок. О, есть. Что? Отцепился. Где? Червяки на месте? На месте. На. Бычок, что ж ты так... Яночка, ну что, как успехи? Скоро будет у тебя большая рыбка. Мастер-класс. Дианочка показывает заброс, дальний заброс. Дубль катушечку 2. Открывай. А катушка 6 лет. Все, готово. О. Ого, Дианочка, где? Откуда ты профессионал? А где? Далеко. А где она? Ну вон, посмотри дальше, видишь? Сейчас плохо видно на солнышке. Далеко ты забросила. Молодец. А, все заметили. Ну, не так далеко, как там. Ну, собака! Нормально. Собачка пришла. А, наша. Ну что, пока ничего не поймали, но будем надеяться, что сегодня у нас будет улов. Дианочка, пока рыбка не клюет, давай покидаем тарелочку. Да. Пошли. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off. Take me to a world of silver.
провели время. Рыбки мы не поймали, да, Дианочка? Но получили массу положительных эмоций, подышали свежим воздухом и провели классное время. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И всем пока!